Питер Брейгель, старший, картина «Война между карнавалом и постом». Питер Брейгель, старший, названный крестьянским, вообще очень таинственный художник, потому что мы очень мало знаем о его жизни. Но мы знаем о том времени, когда он жил, и 1559 год – это год, когда продолжают обостряться конфликты между католиками и протестантами. И заканчиваются итальянские войны, но это был всего лишь случай, так сказать, события в ряду, в череде событий, посвященных борьбе с реформацией. И 30-летняя война еще не началась. И вот, на мой взгляд, на этой картине Брейгель настолько явно иронизирует над этой ситуацией. Ну вот смотрите, на первом плане мы видим, собственно, карнавал и пост, персонифицированные. Карнавал здесь в виде такого толстого мужчины с шампуром в виде оружия, на котором находятся очень жирные куски мяса, еще и со свиной головой, а навстречу ему едет госпожа Пост. Госпожа Пост с хлебной задвижкой, на которой находятся две тощие селедки. И вообще это пародия на рыцарский дуэль совершенно явно. И госпожу Пост везут такие два совершенно изможденных и довольно забавных тоже персонажа. Один из них явно монах, другая женщина тоже довольно явно набожная, да, они все такие бедно одеты. И сама госпожа Пост выглядит такой бедной, тощей и измученный. На голове у нее находится пчелиный улей. А мед был, кстати, одной из основных, так сказать, одним из основных пищевых продуктов для предпасхального времени, равно как и хлеб и сушеный инжир. В то время как находящийся на большой винной бочке господин Карнавал или принц Карнавал, у него на голове какой-то пирог находится, и, то есть они еще и коронованы. И, в общем-то, часто люди замечают влияние Босха на картины Брейгеля, безусловно, это имеет место быть, но здесь, мне кажется, не настолько выражена явная инфернальность, насколько выражена ирония по отношению вообще к абсурдности всего вот этого вот циклического движения, которое даже вот если присмотреться, картина как бы напоминает такой хоровод, хоровод абсурда, вот, который хочется рассматривать и рассматривать. Я вам желаю прекрасного дня.